Депутаты Мажилиса продолжают поездки в регионы. Сегодня Нуртай Сабильянов посетил села Восточного Казахстана. В ауле Баршатас мажилисмены жаловались на разбитые дороги, отсутствие воды и интернета. Народный избранник же рассказал о новых возможностях, которые открываются перед сельчанами в нынешнем году. У села Баршатас будет теперь свой бюджет. Это даст большие возможности по решению многих проблем в ауле. Отмечу, что во время встречи с сельчанами один из главных задаваемых вопросов – это отсутствие питьевой воды. Во многих селах есть все проектные документы по проведению водопровода, но нет финансирования. Этот вопрос мы должны взять на контроль.